Привет, приветствую на канале Lagoon Play. Продолжаем прохождение Hollow Knight. Так, что же мы тут? Мы тут в какой-то области. Почему-то, кстати, и нет названия у нее пока. Так, чувак, привет. А, это Квирл, я его помню. Перед нами простиралась столица, мой друг. Какое же это нынче безрадостное место. Но в нем можно найти разгадки многих тайн. Меня тоже будто тянуло к этому месту. Теперь же, находясь тут, я не очень-то хочу спускаться дальше. Что же держит меня? Страхи или что-то еще? Непонятно, что тебя держит. Ну, мы спустимся вниз. Нас ничто не держит. Так. Солдафон ходит. Солдафончик. Так. Хорошо. Так, это что такое? Ага, это деньги. Так, ну по деньгам-то у нас вообще все отлично. Ой-ой-ой, еще и летающий. Еще и летающий. Ой! Город слез. Так. И раз обошлось. О, ёлки-палки, я живой. Можно падать. Да, я же теперь могу выскакивать так. Прикольно. Так, ну ладно. Сходим тогда туда. Моя. Вампир меня задел. Ой. А вот он в жиже утонул. Ого. Там справились, как легко с ним. Я даже не ожидал. Блин, тут везде эти, как его, подъемники. Механизм с простой замочной скважиной. Угу. Можем ключ. Ого. Катсцена. Ничего себе, дома такого не было. С самого начала игры. Мы встретились снова, маленький призрак. Привет. Обычно я довольно... довольно догадлива. Но тебя я все же еще недооценила. Но теперь я знаю правду. Твой взор простирается за пределы королевства. Твоя несгибаемая воля рождена из двух пустот. Не удивлена, что ты достиг сердца этого мира.
и посему ты должен знать о жертве, что не дает ему погибнуть. Если ты все еще хочешь спасти Холонес, найди могилу среди пепла и обрети отметину, что дает она тебе подобным. Так, что-то она там накумекала. В память о полом рыцаре. О, полый рыцарь. В черном хранилище высоко над нами, благодаря этой жертве Холонест будет стоять вечно. Так я ведь тоже полый рыцарь. Храм черного лица добавлен на карту. Так. Это я тоже знаю, там я был. Так, я еще налево, кстати, не ходил. Ага. Я тут и не пройду. Так, а как наверх залезть? Я здесь был. А. Вот тут-то я не ходил. Наверх. Ну да, тут я не ходил наверх. Так, денег, конечно, я накопил уже прилично, но еще пока. Ага. А вот и облом. Вот и облом. Куда я пройти-то не могу. А значит, я уйду. Ё-моё, а вампир, ты чё? Жижа такая, типа на них походит. Ай-ай! Нет, сюда налево я не ходил. Пука. Так, справились. Ого, какой меч большой. О, тут видно какой-то оружейный мастер. Да я, видимо, сейчас еще и меч могу купить новее. Да, у меня денег, кстати, прилично с собой, так что, наверное, да, могу. Ого, точно. Точно, точно. Приветики. Принес еще один гвоздь на заточку. Оставь его на земле и возвращайся позже, если хоть, конечно, выживешь. О, прости, я принял тебя за кое-кого еще. Тебе нужен кузнец гвоздей, да? Ну вот он я. Не очень люблю болтать, но если тебе нужно подлатать гвоздь, то ты по адресу. Твой гвоздь в довольно печальном состоянии, и он точно не имеет работы. Но все же каждое оружие, да, даже такое запущенное, можно вернуть к жизни. Был бы навык и сноровка. Если хочешь, я могу перековать твой гвоздь. Он станет более сметоносным. Какой вопрос, естественно. Отлично. Как пожелаешь, тогда я примусь за работу. Ого. Вот, получай. Перековка завершена. Я заточил лезвие твоего гвоздя. Теперь он намного сильнее, чем был раньше. Иди попробуй его на своих недругах. Благодарствую, дедушка. Благодарствую. В принципе, ничего не изменилось, только...
Да, теперь с двух ударов убивается, а это с одного. Спасибо, дедуля. Ай. Ай. Да, эффект есть, согласен. И это радует. Да, этот с трех теперь убивается. Шикарно. Оп-оп-оп. Так, и ладно, и нам-то куда теперь идти? Сюда. Ага, новый тип какой-то. Крылатый часовой. Блин. Задел меня, а? Негодник. Так. Блин. Блин, блин. Ой. Ну ладно. Иди сюда. Я же заточил все, ты чего? Со мной шутки плохи. Офигеть. Здоровый какой, а новенький. Тяжелый часовой. Ну да, он точно тяжелый. Так. Отлично. Еще один повяжем. Блин, прыгун. Я что же прыгнуть хотел? Ай. Что-то я думал, что я его сейчас быстро смогу завалить, но не вышло. Так, кто-то кряхтит. О! Вот это я тебя не ожидал. Да, не ожидал. Так, какой-то звук такой. Типа гусеница какая-то. Так. Что ж такое-то? Что-то неаккуратно я все иду. Ну ладно. Ай. Ай. Так, не скоро кирдык настанет. Но я дошел до цели. Почти что. Вау. Ага. Так, чуть я не помню, кто был. Ну я тут, по-моему, доходил, но дальше я не прошел. Да-да-да. Блин. Тупик.
И так, тут походу скамейка какая-то отдохнуть. Кстати, летуны-то бывают с разным видом оружия, с длинным и не с длинным. А вот и гусеница. Так, гусеницу спасли. Хорошо, ну молодцы. О, еще выше. Окей. Так, погоди. Писака. Ага. А, сразу толпа на меня, на одного. Ну, естественно, я не справился. Потому что не был готов к этому. Да. Не был готов и... Как сказать... Не ожидал такого подвоха. Да. Ну, ладно, это мы тогда сейчас далеко идти. Дойдем и начнем следующее прохождение серию именно с того места, где я только что погиб. Спасибо, ребята, что были на канале. Увидимся. Покеда.